Отстаем от графика, блять. Вообще долго идем. Пиздец просто, блядь. Ну за часик надо поторопиться, подзакрыть, постараться. По сути, что тут? Цепи кинули. Хуйня осталось, по факту. По факту, да. Синдра. Чё да синдра, закон, блядь? Что синдра, блядь? Надеюсь, без всяких кринжей будет. Есть макрос на кукус? Вопрос такой. Ну танки нормальные, хилы вроде на нормальные. Клан? На укус, на укус. Не, на укус есть. Если макрос на укус. Типа знаешь, как макрос на этот, он на... На макрос на укус? Ну я хуй знаю его, может мне забагается, то хуйня. Ну ты сам пересчитай, сколько раз укуси. В чем проблема? Нет, нет, я про другое, то что вуду могут забагаться эти... Ой, не вуду, как они... Интерфейс может забагаться и... Из-за не багался ни разу. Ну ладно. Что у тебя за интерфейс? Ну, кусай первый. Эндер четвертый, но вуду у меня как бы я могу выделять челиков. Тут без разницы. Главное, что ты взял в таргет типа и все. Потому что на нем не было укуса. И первый единичку нажал. Уманите, пожалуйста. Комбат. Если бартендер, то проверь, чтобы у тебя первая панель была активна. Первая панель всегда активна. Ну, только все. Забей. На, нахуй, нихуя себе. Чё ты здесь в упор стоишь? Получил пизды от тактика. Так он вблизи стоит, бьет его, блядь. Как будто милик. Что у меня 100 ЕП забрали, не понял. Ты кто? Кесари. Ну так два босса тебя не было, блядь. Я же записал 20 минут отойти на срочно было. Ну и что, блядь, ну, боссов-то не бил. Не мы ж тебя не будем ждать. А, вы дали ЕП, понял. Ебать. Ну смотрите. Ну типа, вообще по 50 за босса идет, тут 12 боссов, всего 600 ИП, я сотку отнял. Два босса тебя. Нормально все. Пятихатку получишь. Не, ну типа редкие случаи, конечно, но бывает и обузят. На босс краю начинать. Сейчас главное, чтоб не обрыгаться. Чтоб вторую пачку кое-кто, блядь, не зацепил своими петами, блядь, там немножко, блядь. Плешнями своими. То будет кринж. Ой-ой-ой, живи. Вот это любо-дорого смотреть, танки не падают, хилы заебись, хили отработают, прям красавчики. Хилы не моча, получается. Я был увидеть сетап из одного ДЦ и четырех хендрушек. Да, по сути, блять, если знаешь, что и когда жать, можно в любых сетапах походить. Вот, к примеру, вот был Накс. Когда открылся сервер только. Мы ходили накс десятку, два хапала, блядь. Казалось бы, да? Как захиливать, нахуй? Там 3 секунды дается на ватхиме, блядь, чтобы фул рейд поднять. Ну как-то захиливали, блядь. Каждый знал свой класс, блядь. За два хапала. Крисория нету до сих пор. Где он? Он написал, типа, что здесь. Суманите, говорит. Тыкните.
кто на ком там распределились? У кого? Хукмастер Келя. Че он под нами? 5, 4, 3, 2, 1. Этот. Сейчас я потом. Ладно, похуй. Эламаунт, короче, будешь считывать первую и вторую пати на лане будем хилить. Первую, вторую и третью кто успел? Третью, четвертую, пятую не трогаешь, я их посчитаю. Хули пристом не хочу. По-моему, они сядут. Просто сережки нету. Хотя можно было бы, что хуй знает. Не, сережка нормальная тема. Надо сходить. Как-нибудь. Какая сережка? Ну, вот серьга это... приел. На серьга топ, да. За свои деньги. Пражник, не бей, зачем? Сука, колупает по полной. Идите на это Талдарама. Кажется, ты висят вперед. Кукурузные початки хлещут по моей мордочке, блядь. Не загоняю. Я бы мог про все забыть, но это лишь сейчас игра. Плащик. Ну-ка. Лутануть не могу, нихуя не видно. А помойка падает постоянно. Помойка надо кому-то? За бесплатно бы взял. Так, Кристина, ты будешь ставить этот аддон? Надо тебе это кольцо вообще, нет? Я просто не вижу, какие у тебя кольца. Кто там лок? Там все оф нажимают. Кристина, надо тебе это кольцо? Прием. Посмотри, какие у тебя там. Ну, типа, если меткость надо подбивать, хуй знает. Ладно, короче. Друид инвалид или Танатос? Кому с вас отдавать тогда? Магу или друид инвалиду носову? Тебе вообще носову надо? Мне кажется, хуйня. Да мне меткости не хватает. Ладно, на тогда. Ну это параша все на распыл. Опа. Опа. Минусануло молодого. Что, первый день что ли? До этого, говорит, 5 лет кикбоксинга занимался. А, да, ну нафиг. Чё, говорит, драться нельзя, что ли? Так, как вы тут умираете? Так. Да я не знаю, откуда ты ещё, блядь, двоих привели, блядь. Я понял. Ну-ка найди масс диспел. А, сап не диспелится. Всё уже не... Пять. Да не заебали сапать. Хорош.
Опа. Опа, боишь. Сломать. Так, харчуемся. Ты че там, блядь? Там чкринс. Там сумуньте кого-то надо. Кринс, блядь. Так, присты, значит, заебало, что-то, блядь, жарко, нахуй. На улице минус 30, а дома жарко, блядь. Короче, присты на себя. Защиту от тьмы перед пулом за 5 секунд. Шо те? А, чаровница, нихуя себе. Волшебство. Их и то можно, да, хуярить? Ну-ка. Я да. Готов твои зеркала. Ну теперь у меня 5000 СПД, блять. Так. Сейчас секунду масло сделаю. Масло маны, блядь. Так, где маг? Опять нету, что ли? Вот он. Так, прист, помнишь, да? Первая, вторая твоя, ну и третью, кто успеет. В приоритете с тряпок начинай считывать. Так. Даже у нас продукс вылетел. Заходи, продукс. Свеча бичи чести. Нахуй выключите на... Ты квест делаешь, блядь? Я? Ну, ты... или чё? Да. Ну так а как дела, блядь? Ты поставил в известность танков? А. Кто когда бежит или что? Или думаешь, само собой все будет делаться? А, вот этот. Ну сейчас я узнаю, кто тут первый бежит со мной тогда. Ну давай, блядь, раздупляйся. Ну то чё я буду за вот, вас? Вот когда ты мой Вилаша делала, то ой, типа, все говорил, ну пиздец, да. Ну блядь, вы должны быть самостоятельно. Ладно, Лингдон, пойдем со мной тогда. Нет, я поймаю зеркало. Ты идешь хукмастером, потому что мастер набор агро лучше. А, все а. Хорошо, да. Блядь, вот это ты должен знать. Все, ладно. 5, 4, 3, пойдем. 2, 1. Все, получил зеркало? Да, получил. Дайте укус по лепечи пусть там это. Ну понял. Да, первый укус по нему. Не забудь 2-8, вот я прыгаю здесь. Кусишь меня? Прыгаю. Все. Зузи, дай по войду инер. О, следующего кусать. По рекаунту смотри. Да, вспоминай кто. Ну так крипто укушу. Тени с фером будут готовим. Мы здесь пыло готовим.
Так, сейчас я на хп даю. На другой взлетке. Блять. На второй взлетке. Эламаун. Блять. Понял, блять, не туда. Мне, сука. Пруст, блять. На другой взлетке, на второй. Эламаун, ты даешь на себя зубы и на хп гим читаешь. Короче, я был идиот, блять. Сейчас говорю. Че, ну не сделал, мне похуй. Нет, делай нет, там раз. Другое. Смотри, блядь. Вот это получается... Другого укусил? Да, укусил. Так, а у меня этого-то укуса, блядь, не видно. Символ. У кого? Способность урдруг. Так она через минуту появится. Да, я просто единичка тупанул. Тебе надо подойти будет вплотную к человеку и нажать единичку. Единственное, на панели будет хуйня. У меня, короче, два стака кровоточащей раны. Похуй уже на твои стаки, ты сам ими занимайся. Тут, блядь, главное, чтобы рейд не упал. А то и твой квест уже пойдет по пизде. Друид инвалид, готовься. 3 секунды, 4, 3. Подходи к кому-то заранее. Сайк крипта. Ну, нету у меня. Почему-то я... А, у него была. Все, я понял. Ты передал, бля. Че у тебя нету, нахуй? Че у тебя нету? Тебе не надо ничего. Тебе не надо ничего быть, ничего не должно там у тебя. Ты передал укус и все, и делаешь дальше. Остался один укус. Успеем. Okay. Смотри, не сдохни там. Ну стопнем. Не, нормально, все, я живой буду. Если прожму сейф. Где антифир? Пожимай сейф. Где антифир на себе, блять? Приз второй раз не повешал. Эламаунт. Ребят, кого укусить, скажите, у кого укуса нет? У Гомосека, у Мага 4-й пати, у Апродекса, у Кирсори, у Рианти, у Нарлина. Ставьте ну, Вуду, и будет все видно. Блядь. Просто пчелы кусай. Кусай, ебаный в рот. Че ты, блядь, на единичку нажать можешь или что? Я на Вуду, нажал. Вы пиздец, дрочите. Да я Рианти искал. Да ебал, что ты, блядь. Нахуй тебе Рианти. Да. Но главное... я искал кого укусить. Ну так пока ты... Лов не пока... кусай. Блядь, ты пока ищешь, ты проебешь квест свой, блядь. Ты думай головой, блядь. Да. Мы выпанемся и время проебем за то, что ты, блядь, искал там. Сколько раз уже это видели? А че этот стоит? Бичел. Да я думаю, вообще похуй. Стоит, ну, не да. Стоит. Поменял лут и все. Блять, я поэтому и говорю, по, ну, относись к квестам поответственнее, чтобы, ну, не подводить рейд. А вот я говорю, я крипты искал, да, вот, просто его, ну, тыку-тыку бегу просто во всеми зоне. Бля, ты не понимаешь, наверное, да? Тебе не надо искать. Короче. Ничего, мы не упираемся в бирсу, понимаешь? Тебе надо передать по факту, похуй в кого. Первый попавшись, кусаешь и все. Единственное, что тебе не надо, это в МТ кусать, потому что у него агронабор остановится, блять. Ладно, хорошо. Ты хоть интересуйся на будущее квестами-то? Я поэтому и говорю, сначала узнай, как делать, потом делай, блядь. А то ты приходишь и хуй знает что. Шемы, это не просто для челиков всех подряд, блядь. Это же надо, ну, немножко кумекать, читать где-то, гайд какой-то, интернет открывать. Так заебешься вас за ручку водить, вроде взрослые люди. Нету места. А тогда рутину лиду отдам. Место появится там. Ну вот это хуёво, что идти надо. Да попробуй досидеть. Ну хули осталось-то, Валька, Синдра. Как мы сейчас будем хилить? Чё мы сейчас будем делать? Посиди еще чё? Всем хуёво. Батя, это что за дэмэдж? Чё, не высидишь еще? Блять. Давай, чё ты, три босса осталось? Тебе же не на работу с утра, как Катрисия, через 4 часа. А, мы тут два хила стоим. Да я думаю, ну, типа, раз это напряг идет. Подожди, не иди пока. Раз это напряг такой идет. Сейчас мы просто на 4 дня бычки расставим, как обычно, и все. Ну, не будут ходить. Буду пугов водить тогда, хули. Будем искать новых людей, чтобы кто-то ходил в рейды. Потому что так не пойдет, блять. Онлайн то есть, то нету. Плюс... Бывает, то человек опаздывает, то человек уходит раньше. Ну сейчас у нас, вот, мы задержимся, не знаю, буквально полчаса нам. Вальку хили, ну, что да, там. Ну да, кстати. Тут
ты быстро. 8 минут убить. А чё вы стоите, ну, на трэш? Хилов ждали. Вот пол рейда вообще померло, блядь. Да, там мы вдвоем тут хилили. Я только подбежал. Я слышу вниз. А чё так, говорит, мышь набьют? Да, так-то я просто смотрю, а рейд падает. Если прям совсем тяжко, вы говорите, только ну, не так, что просто уйду там. Типа, чтобы на это была причина какая-то, что там, не знаю, через 4 часа вставать, то ладно, хуй с ним, как-нибудь довезем. Но тоже нам труднее будет это делать все. И дольше. Ну, не факт, что дольше, если никто не заслакает, подыхать людей не будет, как бичи, то, ну, легко все, эти боссы легкие. РПК. Так, а что у нас сегодня? А, ну вот субботу отрейдим. Субботу в идеале бы, конечно, я бы хотел, чтобы в 16.00 был 25 человек рейд. Ну, субботу под кульда? Вообще нет. Кульда на 2 часа проносится. Как вот эта целка так. А еще что? Даже я меньше. Я бы что-нибудь сходил. Г25, например. Ну, какой-нибудь такой. Гами. Целка гер, да? Зачем? Целка гер, я что? Можно целка гер начать. Не, ну если типа там онлайн будет. Давай, ну, хотя бы, не знаю. Но дело-то в онлайне больше, да. Дело-то если в онлайне, люди. Типа, если будут люди, я не против буду пойти. Я вот что-то... Четверых там убить. Но, было бы заебись. Надо, чтобы был это, консилятор, ему надо 4. И чтобы он был на лича еще надо. Это важно, блядь. У него проходка нет? Зози надо сделать. Нету нахуй. В Зози нет проходки. Челик, блядь, дает 25к и сидит АФК нахуй на освоении у нас. Когда у нас люди, сука, по 15к дают. Ну это, конечно, робот уникальный такой босс, его скоро нерфанут. Мне кажется, ну или в этом месяце нахуй, край нахуй в следующем точно будет нерф. Но мы можем и без нерфа даже его... Не, мы можем нахуй. Чтобы у нас все тупые ДПС были в рейде всегда. У нас все есть для этого. Только надо, чтобы это звезды сошлись, да? Ну да, зашли, чтобы челики. Все зашли. Да. А вот чтобы вот так вот... Вылетов чтобы, не было. Чтобы вероятность сбора рейда была стопудовая, это нужно больше людей, чтобы было на замене. Потому что, я говорю, 3-4 человека ключевых ДПС, ХПС уходят. Ну там, не факт, что они просто не заходят из-за того, что там... Не подниматься туда, не идти туда. А алло, что, назад! Назад, бежите, сука! Ебать. Назад, нахуй! Уже спулили в прошлом рейде, блядь, видео показать? А мы видели. Только видели, так не тыкайте все. Ничего там. Да, смотрели. Войд уже удалил, что ли? Да там загружается. Не, ну, видимо, трансляцию смотрели. Это трансляция. Кстати, кто-то просил трансляцию, но я... Он в Дисе сейчас нет, я хуй знаю. Послал что-то... кого-то. Я не включал трансляцию. Не, я ну, могу врубить, но, блядь, хиловская трансляция, это грустно. Дневного срока отправки писем, иди нахуй. Список изменений. Сирус X5, да иди нахуй с X5, блядь. Я думал, T4 выкатил. Ты это на каком-то, нихуя себе. Вы видели? На другом языке каком-то хуярил. Два пала полетают. Завтра, послезавтра ЦЛК ОБ больше не будет, да, 25? Не, мы... это второй рейд. ЦЛК обычки 25 уже не будет на этом КТ. ЦЛК больше не будет. Завтра ульда, вот все, кто сейчас в DC, по возможности приходите, не отнекивайтесь там. Там я ЕП? Буду. Там ЕП больше, чем за вот эту ЦЛК идет. Если... Да не ЕП дело даже, мне нравится ульда. Ну вот, надо побольше таких людей набрать, кому нравится. Все, поехали. Валай, берем только. Да. Тоже дело. Там Варахель уже не может сидеть. Такой жопа квадратная от стула. Хук, давай, ты справа, я слева. Рарник, бля, стоит чилит. Ну, пчеловочный босс.
печку. Ну, на Синдре точно в Холика пойду, там повеселее. Там вы найдете спасение, герой. Там с маной проблем нет. С пожденкой иногда стоишь. Ты давно в Холике не хилил. У меня, кстати, в танке не было проблем на Визоксе. Ну, там же что-то меняли. А на открытии мы когда первые разы туда ходили, было хуёво вообще. Там протопал не мог. Надо было ему много времени давать, плюс он как-то ману тратил. Ресал? Я как кайфово. По чуть-чуть. Как без стаки не дамажит. Сделали, что печать типа ресы. У ретриков, у протиков. Хули, там много еще чего исправлять так-то. Свечка и, слева. И так-то работоспособность очень хорошая у льды. По сравнению с циркулем. Но на циркуле они потом тоже довели до ума. Тут вообще идеально. Так скажем, не довели до сих пор. Не, смотря про какой сервер ты говоришь. Это на X1. Циркуль X5. Не, я X5 это говнище, это помойка, болото, блять. X100 надо заходить. X5, чтобы вы понимали, там сводят трэш на леди нахуй под босса и его ешат просто. Умирает босс за минуту нахуй. Да. Так что 25-ки там обычка? Так и было, да. В Гере сводят. И в Гере то же самое. Так что циркуль это параша ебаная. Мастер это далеко учит. Босс. Вот смотри, буквально с 4600 до 5800 я оделся за буквально часов 6. Так оно так и есть. На следующий день Ршам у меня был уже 6600. На хилам вообще легко одевать. Судя по всему, Вара тоже легко одевать. Да всех легко одевать, если падает шмот. Еврей пришел 240-й, уже 250. Вуланиры я полутал на четвертый день. Персонажа. Пиздец. Там что, блять, раз в день что ли скидывается, когда? Ну, есть свои примочки. Не, там нехуй там делать. Там волонер не раскроется, там хуйня. Давителя, помогите. Циркуль это нехуй там делать. Одно и то же, блять. Фиолетовый лич, фиолетовый лич, фиолетовый лич, все будет. Больше нихуя делать нельзя. Да, ну, не знаю, люди купили у меня двух персонажей. Я доволен. Нет. Разве что на продажу персов качать. Заниматься выгодным вложением, короче, да? Ну, задротом нормально. Бля, Хукмастер, ты нормально там танчишь так у двери, прям ебать, достаю до тебя, заебись. Кайф. Да я стою просто в центре, он далеко туда уходит. Опа. Две танка шмотки. Неплохо. Кристина, надо тебе эту хуйню? Блять, а разве... Разве не жена фокуса Кристина, блять? Ну-ка. Что? Или ее не так зовут, я забыл. Не помню уже. Сейчас вот все вычислит. Надеюсь, ты не его жена. А он сам? Нет, что? Бля, угомоните его, пожалуйста, деда. Мне кажется, еще плохо человек. Уже нет. Паранойя, да? Просто фокусы везде уже. Да тут тип такой скользкий. Да, уже нет. Была же уже эта шея, нет? Не, да, уже нет. То есть была женой, да? Я понял, бля. Рыбий чип. Получилось. Ну вы чё?
Любит Джим. Ой, блядь. Рыбий чип. Я понял, блядь. Это фокус по-любому на персе жены играет. Пизды представляется, да? О, фу, сука, осуждаю, блядь. ЕП не видел за вклад, а в Диссе журнале есть. Сейчас посмотрим в игре в журнале. Так, журнал. Я там не смотрел, нету. Ну, если ты офнутый был, ты и не увидишь никогда. Я там в Адоне смотрел. Так, вклад косарь. В Адоне ты и не увидишь. Не, в Адоне он должен увидеть, если он цифру запомнил, какая у него была. Так, вот вклад косарь криптовел. Делаю скрин. Значит, плохо смотрел. Рома, стоим просто, или паучков бьем? А что, надо где-то отмечать, если ты вклад делаешь? Я отмечаю. Не, ну, я хуй знает. Вот скрин. Давай, вот, беги уже. Я уже подъехал. Вон, я скинул фудилку. Скрин. Пойти в окно? В окно не надо выходить. Ражник опять упал. Есть. Они что, с Войдом одновременно вышли? А, похуй. А что это за прикол, типа, сменку там собери? Какой-то школьный комплекс, блять, или что, хуй знает. Да, завтра на учебу идем. Я просто не понимаю. Или челикам там кому-то по 20 лет. Школа только 3 года назад кончилась, да? Ну, вообще, 5? Я выпустился в 2008. Mm-hmm. Это пиздец. Я в 2018. Я кое сдал? А, она сдала. Тебе получается сколько, блядь? 22? Мне? Мордаунт. Да, ну почти, скоро будет больше. Скоро буду старее. На год ближе пенсии. Да ее отменят. Спасибо, ты как моя мама тоже. Ты как мама тоже, вот прикинь, пенсию отменят, а такое, давай не надо об этом. Ебать, кринж. Ну да, хуядишь так хуядишь, там такие, хоп. Ну пенсии не будет, ребята, а ты знаете. Можешь сам откладывать на нее. Я могу просто отложить на нее вот именно. Как можно положить, скорее. То, чего нету, нахуй. Ну да. Ты прикинь, сколько мне придется это, как бы вклад, я так откладываю. Белый, вклад, знаешь, как помойный, даже в Россельхозбанке тебе сколько от нее. А много откладываешь? 5,5. Ну, нормально. Да, да. Нет, побольше все же. А денег сколько откладываешь? Ну, мало. Хук, Яна подхватит, ты танчишь. Приз, подбегай сюда. Спасибо за тактику. А что тактику? Ты тактику хочешь, Кристина? Сейчас я тебе расскажу нормально. Да лицом в пол ляшет все. Сейчас я тебе гадю. 560 фросизиста нормально этот, спасет? Слышишь этот самый? Да, спасет. Аламан, ты тут, нет? Подбегай сюда, где ты? ФК, что ли? Этот, слышишь? Ты, короче, ДЦшник. Ставите шкаф, суммоните его, приста. Уже. Короче, меня не считуй. Всех считуй, кого хочешь, только меня не считуй. Я себе буду давать дух нахуй. Я буду быстро выбегать из-под босса. Жрите рыбу, обновляйте всю хуйню. Шумасли. Хорошая тактика. Ща я не ссыте расскажу. Рарник тут, нет? Гулять пора. Вставай, на работу пора. Ержан, вставай, блядь, заебал.
И какого еще можно выпить, чтобы не сдохнуть? Все, все готовы? Рарник, приём! Блять. Рука не штука офни. Все, пошли, запускаем. О, сапротика, у меня есть сапротика. У меня тоже есть. Еще короче, тактика простая. Вначале бьешь босса. Ты что, может, здесь вся РДД? Вот бьешь босса, значит. Он дыхнет, я вот подойду. Что, уже дыхание словил первое? Да, да, поймал. Я понял. Смотри, тебя пробило так. Подстаньте поближе под босса, есть, чтобы не словить. Ты освобожденка, смотрю, знаешь, что такое, да? Кристина. Если отбегаю. Она есть на тебе, то не кастуй лучше. Пока не пройди. Минус два. Друид инвалид, его рахель, нарисы. Нет, не знаю. У тебя есть блинк, такая магическая способность, скачок. Используй ее, пожалуйста, Кристина. В следующий раз. Прячемся. Рахель, по команду рис, я блыбу. Ой, блядь, извиняюсь, долбоёб, не нормально, спрятался, блядь. Ну-ка, не, блядь, не голосовь. Но. С кем не бывает? Закройтесь нахуй, блядь. Тихо, блядь. Все, играем. Правильно, без... подбейте. РДДшники, подбейте. Вот, лежи, смотри. Тактику. Глыбу разбейте, прием. Так, пистобаф обновлю по Рахелю. Спасибо. Освобожденочка. На многих хилах, кстати. Угу. Это один ДЦшник работает. Ну там если что. Могу баблом скинуть. Надо. Не надо, не, да не надо сейчас ничего скидывать. На этой фазе ничего не надо. Ты только по сей урон наносишь. Все фуловые стоят, все нормально. БР только один слили. Второй не надо. Готовьтесь притяжкой сейчас отбегать. Беги, малышка, беги! Опять освобожденку. На двух пристах и на двух пала. Друид инвалид работает. Пизды так вообще изи дамажить, просто стаки не набираюсь. Я сам... Ладно, я в центр побегу. Я разбираюсь, блядь. Да вы чё, сука, слепые нахуй? Ну сдвиньтесь нахуй. Бомжи нахуй. Вас вхапывают, когда вы встаете с меткой? Нормально. Ладно, пойдёт нахуй. Рикки-тикки, а ты когда выпустился? Чё это за хуйня? Прячься лучше. Два года назад откинулся. Вы чё? С школы когда выпустился? А, так это давно. В 2009. 30 лет. Либо 31. Да я старше тебя. Старше? Со школы можно выпустить. Не обязательно, чтобы было 30 или 31. Можно, блядь, и... Скорее всего, третьей взлётки не будет, готовьтесь домашним. Попозже. Теперь у нас два деда. Я школу закончил, 18. Сколько у тебя дыханий там? А, три дыхания, я перед 35% дам день, так. Так, отбегаем. Давайте на ножах за статус главного деда. Так. Только надо кинжал. 1% до фазы, прием. Ну все, я пошел где-то там, встану сейчас это очередь. Потеете. Смотри, не сдохни там. Первую заведу и сразу разбить. Стали в кружок уже рейд. Право-лево, не... право-лево не выходите, встаньте в кружок все, прием. Как слышно? Уйдите, смели зону. Алло. Есть. Все, словил. Не делайте хуйню никакую. Не базарьте лишнее, блядь. Слушайте, что говорю, блядь. Вот, разбили сразу. Следующую туда, бейте быстрее. Следующий туда же и не бить, будет притяжка. Так. Отошли, мильки. Лишние не забросьтесь.
Не бьем, ждем притяжку. После притяжки быстро разбить следующую тоже звезду и тоже разбиваем. Звезду, великие ушли, ушли. Следующую звезду и тоже разбить. Ну блин. Следующую туда же. Блять. Рики Тикитави ресой пятой пати холипала. Настакал миллион стаков. Что, где глыба нахуй? На нем что ли была, и он сдох? В следующий раз по нику, пожалуйста. По твоему? Я не могу прочитать. Тут много сильно. Коварис. А, коварис. Ну в пятой пати один пал был, мертвый. Притяжка походу будет, нет? Да, да, притяжка. Отойдите. Да. Отдадите назад. Отдадите. Ну, мы разъебали. Сдох. Вот теперь разбивайте. Следующую туда же. Ходить. Еще, что еще, это? Еще одну поставим, еще одну, после этой, уже сейчас давай Геру шаман. Все остальные в сторону, фулл ДПС. В сторону добиваем. Стандартный лут. А, прошлый СЛК был такой же. Прошу Господом, Аллахом, Иисусом Христом, нахуй. Не сагрите ебаных валик, нахуй, иначе будем рубить. Это время потеряем. Да там уже некого агрить. А, да? Ты что, Вол, такой же лут, что ли? Да, такой же. Да, он же самый. Ладно, тогда, тогда идите на ничего. Вот бы троинку себе. Так, теперь надо подумать, в каком хиле лучше будет. Хорош. Слушай, Вэйт, а может этого... У тебя места этого нету. Ну, я престол амаунту отдал, короче. Не надо, не надо. Дай иди, две минуты есть у тебя. Ой-ой-ой, аккуратно назад иди. Да-да-да, две минуты посыкали. Все, сагрили. Иди, умирай. Бейте, не надо умирать. Сколько вас там? Три человека, что вы умираете? Бейте, нахуй. Че вы, блядь, гоните, что ли? Я вам говорил, блядь, нет, нахуй надо. На вторую садить. Бичи, блядь. Да, блядь. Там еще и вторая подлетела. Да, да, все нет, как... Все мимо, как, мимо. Как, блядь, в книжке, нахуй, написано. Тактику, когда читаешь, блядь, идешь в ЦЛК, блядь, бей валик, нахуй, сначала, блядь, потом все остальное. Что, это может я в этого не, в том смысле? Чего? Может я шлика подержу, а там просто дамаг будет побольше. Мастер, типа, больше дамаг, чем у меня. Я не знаю, насчет агро, что будет. Да, мы не упираемся здесь, берсу, чего, да? Блядь. Ну, все ладно. Нормально. Если сорвут с вас духов, блядь, и шотни трейд, будет очень весело, блядь. Я этого не хочу. Ладно, мне кажется, ДЦшник тут попросить не будет. Холик тут нахуй не уперся. Наличие. Убили валик, две? Или одну? Шкаф, сумон. Да, Ардрушнику, конечно, блядь, стоишь, как с пулемета ходками спамишь. Нормально. Так, вот рыба.
Так, принимайте. То же самое в amount. Первую, вторую в приоритете, а потом уже третью, кто успел. А я буду хиловскую и четвертую считывать. Дики-тики. Тут не стоит цела. Сова, прием. А, бля. Ты что там на Болва разглядываешь? Да там я не знаю, надо, не надо. У совы места нету в сумке, блядь. Ой, блядь. Inner Hell. Ёбаный в рот, блядь. АФК без предупреждения. ГП. В гильдии нету, блядь. Я понял, блядь. Абус. В гильдии паладин. Пусть вступает, получает. Ты заебал, ты стоишь, пока не кикнут нахуй. Что за хуйня, блядь? И причем вот сколько я играю, всегда такая хуйня. Ты кикаешь челика, сразу, блядь, появляются тут. Бля, я же сказал, отойду, ебаный в рот. Ну че вы, господи? Ты хоть говори, насколько отходишь. Это вообще неизвестно, насколько. Ну, блядь, я же сказал, что отойду. Надо говорить. Или мне нужно добиваться, чтобы меня услышали. Можно отойти на полчаса. Тебя сколько уже? 8 минут? Нет, ты мне скажи, мне нужно добиваться, чтобы ты меня услышал, или что? Все слышали, просто, блядь, сколько ты отойдешь? Ну, все слышали, если все слышали. Если ты отходишь на 10 минут, то я уважаю чужое, я уважаю чужое время, поэтому я надолго не могу отойти. Так ты отошел на 8 минут. Ну все, а зачем тогда кикать? Я ну, отошел чтобы... пописать. Нет, я тебе объясню. Деду нужно пописать. А, блядь, я тебе объясню, ты слушай. Ребята, извините, пожалуйста, что отнял время. Да, блядь, красавчик. Извиняем. Просто прист написал 2 минуты, он 2 минуты и пришел сразу. А ты-то не писал, я не знаю, сколько ты... Ну, я пописать отошел, быстро. Ну, я 2 раза чекнул, блядь, а если лужа на тебя кинется, и мы вайпнемся из-за тебя. Ой, спасибо, что не кикнули, скажешь, так что ли? Ты меня уже 2 раза безоговорочно кинул, блядь, вот, ГП. Вот поэтому я и кикнул, чтобы начать бой. Ты сразу подошел. ГП кидают всегда по факту. Ой, да чё тебе просто. Я ГП не кидал, как ему ГП кинуть, если он не в гильдии? Да. ХМ-ки, бля, я духа там взорвал. Ну так духа взорвал. Ни разу. Еще раз скажешь, я тебя валанером по губам провожу. Твоим кожу. Сильное зрение. Они страшны эти. Водил да по губам. Да, ты ж, конечно, паладин. Я вот так говорю. Ты паладину угрожаешь, это как бы, ну, сильно. Вы все без рела делаете, я смотрю, там поменьше пиздите, там сейчас надо чуму выносить будет, вот выносили. Иван всеядный. Да, выявляй. Вы бы там была нера, то так, сульфаро. Но. Так, дагер какой-то. На край. Мой край. Far Cry. Он проснулся, блин. Как будто Far Cry один. Опять пинг 800, 1500. Чё за бред? Да это хуйня, ещё можно играть.
но не нужно. Да, нежелательно. Я бы не играл. Бля, сферу добейте, пожалуйста. И следующий. Ужался. Обосрался. Насколько сильно? Тут лучше не говорить, лучше показать. Ждем фотку во футбук. Будем рофлить. О, нет, девочки посмотрят, а что, как я могу. Забейте сферу. Так же, щитуем, чтобы сейчас заражение. Алло, блядь, сферу. Разбежались искорнения. Подвалька не налейте. Сейчас будет и Вальки, и искорнение вместе. Поэтому встаем РДД хилы на вот это кольцо железное. А милики по команде выходим оттуда. Считаю первой, второй пати. Смотрим, где черепок, валик бьем. Танка понесло. Где комбик? Я это подрезание дал. Долгим. Представ, вынес. Разбивайте, валик. Там наши челики. Нет, чужие с другой кильки. Шаман, вставай. Ультрашама вынес. Вставай. А, сперва оскорнение. Оскорнение, вышли с центра. Вышли с центра. Когда черепок разольется, пойдем в центр ключу. Все, ключу, идем. Звезду ставь. Только на сторону портала лича. Давайте. Ну, блять. Ты что, сука, дразнящий опять нажимаешь? Заберись ты с него с лича, нахуй. Вулгрим, нахуй. Стой, сука, Афекалис, иди спрыгни, нахуй. Не трыгай. Сбейте, а ну... не трогай, нахуй, дразнящим боссов, блять. Или ты что, сука, способен? А у меня его нет даже на панели. Тебя, блядь, я знаю, что у тебя там есть, блядь. На край бежим, на край, сука, бежим. Вы там сдохнуть хотите в центре? У тебя нет, у тебя говно там какое-то есть, макрос какой-то обоссанный с этим, блядь, дразнящим ударом. Я видел у тебя в рекаунте, он есть. Или ты мне хуйню заливаешь, блядь? Дурачка нашел, блядь. Блядь, я его с панели убрал. Значит, макрос у тебя какой-то, говорю, обоссанный. Ты мне не лечи, блядь, хуйню. Просто так босс не таунтится на бича, нахуй, 4к дпс, блядь. Сказочники, блядь. Один на пол, и ты будешь такой. Кого говоришь? Про кого? Да, это жестко. Ну хруст вот этот нахуй, вар, блядь. Мотоциклист. Боссы таунтит, блядь. Вот сова спрыгнула нахуй. Или кто, или дух убил? Спрыгнул. Ну, показал. Суисайд. Позовите. Сферы видим, что их убить надо? На краю лича жди. Я ждека сферу убиваю. Опа, прохилься, вела не плюс. Нес. На другую сторону уже идем. Все, тут уже считывать не надо, только в два танка скринение. Работаем. Скринение 2 секунды, смотрите. В два танка только работаем. Один хлопает духов, один лича танчит. Все, из-за босса прячемся. Ты хлопнул уже, что дамага еще не прошла? Да, там в варианте был. Mm-hmm. В точке. На ту сторону идем. Оскорнение 2 секунды. Все, за лича прячемся.
Дальше, дальше проведи за лужу. Че, он в луже ловить будет? Ну да, неудобно ловить. Кто ловит-то с вас? Оба. На ту сторону идем. Кстати, дайте Геру, блин, что вы солите, что ли? Еще и бьем. Черепок отошли. Все, добиваем. Вся честь только от духа. О нет. О нет. Сижу, сука, вайпнул опять. Да блин, сори. Блин, сори. Рука дрогнула. КП, блядь. Ты что там сёрбаешь, блядь? Чай бы всем бы сделал. Ты что, в кружку сморкнулся, что ли? Это бульбик. Кринж, блядь. Ладно, я думаю, единственный нормальный вариант это опять растягивать на 4 дня обычки. Да, да. Ходить в таком варианте, ну, например, четверг. Чтобы бичей возить? Ну, не только. Допустим, четверг целка, а после целка уже какой-нибудь там, ну, бонус, типа ТТГ или ГМХМ. Угу. Ну, в плане того, ну, вот, да. Вот если закрыли за 2 часа и прям есть люди. Ну, если нет людей, то ну, и спроса нет. Спрос и предложение. Пятницу ульда, и после там что-нибудь закрыли. Суббота опять целка, нахуй. Ну, и воскресенье также ульда, блядь. Да завтра, да шо, да я порешал уже. Получается, можно после этих быстрых легких рейдов начинать какие-то хэмы. Да, гэм-хэм кружки. Какие-нибудь, типа 4 босса, допустим, сегодня убить там. Ну, вот, к примеру, в четверг зайти там, ну, за 2 часа хэк, целка закрыть. Хэк, ТТГ, гэм-хэм пронести, и все, и на неделе больше, думаю, не понадобится. Ну, там еще печеньки бичам долутывать. Да. Не, типа, вот так вот просто ходить, блядь, с целка, блядь, бесполезно вообще. У меня сколько апнут вообще? Один или два? Ну, если это бесполезно, то у нас и рейда не будет в 25 хм. Ну, хорошо, если одно ебло полутает, блядь, осколки, что я мапнет, и что, остальные что ли делать будет? Ты не забывай, одно ебло лутает осколки, так оно потом лутает эту пуху и идет в рейд, потом дамажит с ней. Mm-hmm. Посмотри, насколько у нас шеем вообще. Хорошо, допустим, смотри, остальные 5 человек, которые, допустим, ходят в рейд оффспеком, допустим, хилами, танками, теми же самыми, что они делать будут? Я найду работу, блядь. Ну, если ты не хочешь играть своим спеком, если у тебя все бисовое одето... Я тебе не говорю, что я хочу, что не хочу. Я говорю про остальных. Я и говорю тебе, я найду, что делать. Вот, есть спеки, которые можно делать. Я понял, Все, друг, можешь не говорить ничего. Если нечего одевать тебе, ну, значит, ходи в хэмку только, значит... Все, друг, я понял, можешь не говорить ничего. Так а что ты понял-то по итогу, блядь? Систему и ПГП знаешь, что такое? Мы ходим не одно какое-то ебло одеть, а У тебя, по-моему, в правилах было написано, то, что мы сначала одеваемся осколки, все дела, а потом уже там что-то типа своими силами одеваемся. Так. Вообще ничего не понимаю. Очень интересно, кстати. 75. Не знаю, про что ты что-то не так не понял, что ты имеешь в виду. Силами. Десятки, говорит, своими силами, но. Я десятки не вижу. А все остальное. Ну вот видишь, я и говорю, что своими силами, но. Кому что надо, тот и сам мутит там. Ну да. А, время РТ, это и есть время РТ. Ты получаешь ЕПшку, нахуй, за ЕПшку, потом лутаешь мод. Не ходишь по инстам, нету ЕП. Ты нету шмота. Сейчас я шмот раскидаю, потом накину. Хорошо, шеф. Так-то и видишь, если убирать рейды, то просто люди уйдут, которые готовятся к Гере, как бы. Они еще не готовы, может, к Геру пойти. Там кто-то боится, кто-то еще что-то. Кто-то действительно туда придет, и он там 15к нахуй не нужен ДПС. Его можно брать только довеска. Но тоже надо подумать, чтобы человек отыгрывал тактику четко.
Для этого и существуют эти обычки. Что теперь поделать? Все, всем счастливо. До завтра. Счастливо. Давай, удачки.